Приветик. Сегодня у меня утро раннее, потому что я обычно по утрам сплю, потому что работаю допоздна. Вот, и утром я отсыпаюсь, а сегодня так получилось. Я вчера пораньше легла, проснулась пораньше сегодня. В общем, утречко я себе чаечек сделала, целое стаканище. А вот этот чай хороший такой, неплохой чай, всего $3 стоит. Вот такая большая 100-упаковочная коробка. Купила ее в Walmart, и там была вот такая штучка внутри. Как это, сувенирчик такой. Лодочка. Фарфоровая. Ну, не фарфоровая, глиняная, наверное. Ну, стекляшка. Ваня. Вот, интересно, сейчас я открою. Сейчас с молоком себе чай сделаю. Молоко я пью. Я покупаю вот это вот молоко местное. На местной ферме делают. Я прям с рук, можно сказать, беру. Вот, это козье молоко непастеризованное. Называется оно raw milk. По-английски. Непастеризованное молоко. Хорошее молоко. Очень долго стоит оно. С неделю, наверное, стоит. Не киснет. Ее, конечно, надо взбалтывать, как нормальное молоко. Я чай с молоком делаю. Надо было пакетик сначала вытащить, потом молока налить. Ну ладно. Ладно. С молоком. В общем, мне сейчас пить это часа на два хватит. Наверное. Вот этого чая с молоком. Вот. Сегодня, наверное, буду делать эти, как их, чебуреки, потому что погода плохая, на улице делать все равно больше нечего, выходной. Постараюсь заснять мой чебуречный процесс. Какая у нас погода сегодня? Жуть. Такой сильный дождь, и прямо гроза, и молния, и гром. Гром и молния, как говорится. Я добежала до машины, чуть не вся не промокла с ног до головы. Вот. Сейчас поеду в свой любимый магазин Kohl's. У меня купон лежит на 10, долларов. В общем, потратить $10, так сказать, бесплатно. Как говорится. Ну, в общем, похожу немножко по магазину. Посмотрю там кое-что. И, наверное, включу камеру, покажу вам. Ну, мне просто очень нравится этот магазин. Он такой не очень дорогой. И туда хорошо ходить, когда есть лишние $5, которые нужно потратить, как говорится, когда есть настроение, а много денег тратить не хочется, а хочется просто пойти и вот так вот полазить по магазину и, ну, может быть, что-нибудь купить. Там очень много распродаж. Если ты покупаешь как минимум $50, тебе еще дают $10 обратно. Вот мне вот этот купон на $10 как раз-таки и лежит. Его сегодня я тратить и намереваюсь. Ну все, ладно, поехали. У нас что происходит? Сильный-сильный ливень. Отсюда, наверное, не видно. Я уже в магазине здесь зашла внутрь. Лавочка у них стоит. И сам магазин. Большой-большой. Тут у них много чего есть. И одежда, и косметика, и товары для дома даже есть. Очень много распродаж постоянно всяких разных. Я сейчас пройду в отдел со спортивной одеждой. Много чунек здесь. Всяких этих часов, украшений, бижутерии, короче, продают. Очень много. Они. Купи одни часы, получи вторые за половину цены. Ну, цена, наверное, на каждых написана. Что ли? Но они здесь не очень дорогие, все эти вещи. В пределах 20, наверное, долларов. Вот так вот. Так, а что мне тут? Настроить резкость. Пошла я в отдел со спортивной одеждой. Мне нужно купить такую штуку от дождя. Ну, легкую такую ветровку, короче, непромокаемую. Здесь у них спортивная вся одежда. Всякие шорты. Ветровки. Вот ветровка, кстати говоря, что-то я и не вижу особенно. Ну что-нибудь из такого плащевой ткани, какой-нибудь ветровка нужна. Вот у них распродажа здесь висит. Вот эти всякие
топики спортом заниматься. Штаны всякие разные висят. Вот эти классные штаны, они очень хорошо сидят. У них, правда, вот когда я покупала, не было размера моего. У него таска есть. Интересно. Появилась таска, не было. Когда я покупала, не было вот этого размера. Вот эти классные штаны. Яркие такие. Причем они по $10 всего. Шортики. Вот эти вот по 40, но они сейчас с распродажи. Их за 20 продают. Вот эти штаны спортивные. Так, а мне нужна... Мне нужна ветровочка. Тут все Фила Спорт. Ой, хорошая компания, нравится она мне. Так, ну а где же ветровки у них? Интересно. Майки всякие разные. Тут Nike у них тоже есть. Там вот дальше идет для женщин в положении. Женщин постарше и женщин покрупнее, короче, одежда. Вот. Ну вот ветровки есть, но они промокаемые, такие мягкие. Мне надо что-то непромокаемое. Интересно. Тут все штаны, просто штаны. Штаны, тут и мягкие бриджи. Футболки разные, спортивные. Тут тоже фирма хорошая, Tag Gear. Классная у них одежда и не очень дорогая. Что у нас? Тоже спортивная ветровка, но вот она тоже промокаемая. Тут тоже уже женская одежда пошла. Брюки всякие разные женщинам постарше. Они сюда любят ходить. Вот. Ну, видимо, нет ветровки. Ну ладно, значит, пойдем просто походим. Что еще здесь есть сегодня? На что-то надо будет $10 потратить. Платья какие-то здесь висят. Так, куда мне опять делось? Настроить. Длинные. Тут такие расцветки. Какие-то это. Чересчур ляпистые. Здесь у них продают одежду Дженнифер Лопес. Вон она. Ее одежду. Здесь вот, кстати, это ее вся одежда. Дженнифер Лопес. Платьишки. Симпатичное платье. Голубенькое, яркое такое. Майки всякие, блузки. Все Дженнифер Лопес. Но у нее такая одежда, она недорогая. В принципе, неплохая одежда. Вот, и у нее здесь вот тоже, они постоянно проводят вот эти распродажи, у них прям висят. Вот они вот так вот. И написано «Клиренс», это финальная распродажа, 90%. 80, 70, 60 они делают процентов. То есть... Просто вот лазишь по этим полкам и смотришь. Иногда можно что-то найти такое приличное. Но, в принципе, неплохая. Она вся одежда неплохая. Вот. И когда распродажа, то тут уже, конечно, вообще за $5 что-то можно купить. И за 5, и за 10. Вот. Белое платье. Причем оно... Было оно 60, стало $18. Хорошая распродажа. Но это вот еще 80%, а там дальше было 90%. Это вообще за даром, можно сказать. Тоже Дженнифер Лопес одежда. Ну, здесь вся вот она, что видимо, сразу не распродается. Она это идет на распродажу. Сюда. Так. Все. Так, это ладно. И здесь очень много таких с продажных этих. Штаны разноцветные. Мне нравится. Сейчас мода пошла. Цветочки. Цветастые вещи. Тоже маечка. 99. Вот еще один бренд здесь один. Такой молодежный, больше одежды. 50% скидка. Ну, 50%. И написано конкретно, сколько будет 50% там от 20, от 30, от 40, короче.
чтобы удобно было не гадать, так сказать. Написано было 58, стало 29. Чтобы знать точно, сколько чего. Тоже красивое платье. Тут гипюру сейчас в моде здесь, в Америке, по крайней мере. Гипюровая одежда в моде. Причем тут? Ну, он гипюр такой, нет. Не синтетический, а с ХБ. Тоже ХБшка. Летом классно ходить. $64, 60% скидки, то есть стало где-то $25. Такие платья разные. Горошек. Тоже симпатично. Синий вот это вот с белым. Матроска, так сказать. Платье. Тоже расцветка классная. Люблю синюю на белом. Вообще обожаю такую расцветку. Почем у нас тут 40% скидка. 68 было. Стало 39. Я бы не сказала, что это очень дешево, как бы. Ну так нормально, мгновенно. Шарфики всякие. В общем, тут ходить долго можно. Долго-долго. Чайка. Что длинные платья тоже в моде очень. Так. Сейчас. Разные тоже. Симпатичная расцветка, интересная такая. Про этот магазин, кстати говоря, ну про него знают, конечно, все, но не все сюда заходят. Потому что как-то вот многие девчонки, я разговариваю, они как-то к нему так относятся, что здесь так, ничего особенного. Но на самом деле здесь много чего интересного есть, и периодически попадает что-то хорошее. Косметика здесь тоже есть, сумки. Тоже от Дженнифер Лопес сумки. Распродажи, естественно, на сумке тоже есть. Кошельки, сумки. Очень много всего здесь. Привет. Я сейчас вообще зайду в мужской отдел. Там классные майки эти были. Тоже сейчас в моде вот такие вещи. Почем она? Сумочка. 44 была, а стала, наверное, 70% скидка. Если было 44, где-то, значит, сейчас $10 такая сумка. Кошельки. Что только нет. В общем, белья здесь очень много. Белье хорошее тоже. Неплохое белье, очки. Мне вот очки нужны еще одни. Очки, что ли, взять? По $14-15. Очки нужны мне. Вот с очками у меня проблема, потому что у меня очень чувствительная голова, так сказать. Если мне хотя бы чуть-чуть давят на голову, все, у меня начинается сразу головная боль. Вообще не переношу. Все, уронила очки, ну ладно. Вообще не переношу нисколько... Нисколько не переношу никакого давления на виски. Иначе у меня моментально начинается головная боль. Вот. И голова у меня не маленькая, так скажем. Поэтому трудно найти очки, чтобы они именно вот такие были. С широкой дужкой, так сказать. Вот, даже вообще не налазят мне на голову они, эти очки. Ладно, сейчас покопаюсь, я что-нибудь все равно найду себе. С мягкой какой-нибудь такой душкой. Здесь вот белье у них женское. Пошла я в мужской отдел. Сейчас покажу, там майки классные у них были. У мужчин тоже очень много скидок постоянно. Шортики по $15. Тоже у них вон висят. 60-80%. Спортивный тоже отдел для мужчин есть. Тоже неплохая одежда. Вот это вот неплохой бренд. Одежда, она так хорошо стирается.
$18, 17,99. Вот эти все поло майки с воротничком. $11. Тоже вот идет 90% скидка. Но у женщин больше скидочных вот этих вот, чем у мужчин. Все, здесь можно от, как говорится, головы до ног одеться полностью. Так, а где же эти майчики? А вот здесь вот были майки классные. С этой стороны такие мужские продают, такие расцветки яркие. Классные вообще. С автомобилями, с пивом. Кому чего. Вот это тоже классная такая она. Майка? Нет, расцветка. Какой размер? Сейчас, наверное, я пару куплю. И вот они продаются за... Что, сколько она идет? Две за $20. С автомобилем. Еще с одним, пожалуйста. Это что здесь? С мангалом. С автомобилем тоже. Полно всего. Мне вот это с попугайчиком понравилось. Попугай такой классный. Сейчас я ее покажу. Вот она. С попугаем. Кешей. Сигара. Сигары. И это пиво. Так, еще здесь где-то была классная с расцветкой, с такой. Это тоже красивая майка. Такая яхточка там. Острова, острова. Так, тут что у нас? Тут у нас что-то ночное. Мягкие они такие достаточно, эти майки. Тут что? Это вот ночной Нью-Йорк, видимо. Ладно. Другой расцветки найти надо повеселее. Машинки на черном фоне. Так, тут у нас что? Вот это вот мне нравится. Пару майк надо взять. Машины, машины. Попугай. Немножко тут уже все тоже перетовали. Ну, неудивительно, так же, как и я, видимо. Так, выбираю очки. Выбрала, в общем, очки себе. Такие. Видно мне, не видно. Вот эти единственные очки, которые мне подошли, которые не жмут мне на голову, так сказать. Ну так, ничего, очки. И вот еще одни здесь. Тоже такие же, красные. Причем они по 17, вот эти очки, которые я вот эти выбрала. Не знаю, видно, не видно. Так что не меняй камеру. Так. Ну ничего так они. Ну вот, а вот эти красные отсюда были. Тоже по 17. Ну, конечно, они не самые дешевые, но это единственные, которые мне на голову не жмут. Наверное, я возьму черные. Красные не буду брать, возьму черные. Они мне больше нравятся. И они это меньше жмут. Так. Все, пойдем на выход. Тут обувь у них еще есть. Шлепки всякие. Вот еще тоже 60% скидка. Вот тоже неплохие очки по 14. Я нашла очки, они мне нравятся. Прям, во-первых, нравится, как они выглядят, а во-вторых, нравится то, что они мне не давят на мозг, так сказать. Но куда деваться, когда голова большая, мозгов, мозг большой, весь не влазит. Вот. Вот так вот. Ну все, пошли домой делать чебуреки. Я уже вернулась домой, прошло около часа, наверное. И вот я гляжу, уже так развеивает. Надеюсь, к вечеру все-таки солнышко выглядит так красиво. Небо классное. Гор почти не видно. Такие облака прям над горами нависают. Красивые, яркие краски после дождя. Небо классное. Супер. Вот так вот. Надо будет вечером сходить на прогулку, подышать свежим воздухом. После дождя он такой приятный. У нас гроза-то уже была, то есть такой, знаете, какой он воздух после грозы. Здорово, в общем. Прохладненько, так не жарко. Красивое такое небо, классное. Облака такие прям супер. Ну то все, а я там у себя на кухне готовлю суп с фрикадельками, а потом буду жарить чебуреки. Посмотрим, что у меня получится. Все.
все это снимаю, естественно, на камеру. С камеры интересней. Так вот. Очень такое движение бурное. Сегодня у нас что? Сегодня у нас вторник. Вот, я выходная по понедельникам и вторникам. У меня так получается, что когда все отдыхают, я работаю. Когда все работают, я отдыхаю. Вот так вот. Ну все, пошла я готовить дальше.